Так, а я уже закрывал. Кто? А. А, я Завара закрывал. Кто закрывал, смотрите, там и сесть, то реперсы, то заходите. Ну, я пойду до кашки, я Завара закрывал, в принципе. Так, летим. Лук. Целка прилетела. Лука 3 балла позовите, там и сесть, возможно. Если у кого-то твинк, лук какой-то есть, быстренько зайдите. Лечу на магике летим, сумоним лука, сумоним всех, бьем трэш. Пока люди зайдут, какие-то новые. Всем привет. Минс такой. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Бро. Так что летим, чтобы время не терять. Чем мы просто так будем стоять? Летим на магика. Кому патик? Давай зал. Там ассисты есть. Не знаю, у всех других. Да, конечно. Овервайпер Миралиса. Ну, я смотрел, ты писал, что не видно мои камни. Да, это на сайте, наверное, баг какой-то. Ну, у меня все полирали, кроме пояса, потому что пояс я хочу менять. А-а-а. Мне жалко полирали трепихать. Давайте, заходите, плюсуйте, мы с ним снесем. Сколько у вас там народу? Три слота тут вроде как есть. Есть? В общем канале полифану, дай что-нибудь пати. Не вижу. Еще раз, а где он? А, это вообще Долорана, сори. Что-то я побрился, думал, так долго, много времени прошло, а оказывается вообще 10 минут прошло. Сейчас прогружусь, слава вам скажу, у меня, по-моему, на ханте когда нет. Так, Мирлис пока в хила прыгни. Окей. Вот, Шамалис. Шамалис это кто? Это который Виктор, да? Нет, это Блеф. Просто сюда пойду локом. А у Виктора как ник? Вот. Какого Виктора? Который, по-моему, с триады. А он все. Его не будет. Он поменял гильдию нашу и сказал, что он пойдет в свое плавание. В Гримдарк пошел. Сказал, я там прям залетаю вперед ногами в статик и все. Ехо! Ну видите, он такой у нас это специфический тип. Все, тело. Дальше не сумоним, пошли вы залетаем, там лок есть, пошли там лок поставить шкаф. Кстати, еще. А, ну да, Гера стоит. Нормально. И еще одному локу кидал вроде этот самый. Сумон. Там люди негодуют. Господи, лорд. Мудлы, Сказик там. Чего? ВК Драгон. Негодуют. Они говорят, типа, собирались в ЦЛК, а сейчас они такие... Я не вижу рейдов ЦЛК. Еще вопросы. Ну все. Как люди зайдут? Еще раз. Зайдет Гоша, если? Или если ДЦ какой-то зайдет? Ну и пару людей поболее одетых для ЦЛК зайдут. Тогда пойдем туда. А мы куда идем? Мы сейчас ГМХ. А, сори, так у меня тогда КД. У меня тоже КД. У кого КД? Заходите на твинов. У меня нет твинков. У меня есть твинки. Я почему-то думал, что это проходка будет, поэтому я плетал. Пока не хватает людей. Хила ДЦ нету. Я понял. Миролес и кто еще? Триба. Что-то фига сейчас отвалится куда. Так, жук. Поспрашивайте, там онлайн есть кто-то в гильдиях? Чек. Хромаю. Или если твины у кого есть, с тех, кто в Дисе. У меня есть твинг танк, но 252 заходи. Слабый. Я могу в танке. А, нет. Проблема в том, что у меня только танк взял. Заходи. Я тогда бой дорпишу, ник дарю. А, Мишка танк покинул нас. А, нам нужен будет Мишка танк. У меня протопал.
Заходи. У меня есть мишка танк. Так, блеф это шамалес, да? Так. Вот пошли трэш почистим, пока люди заходят. И ну заодно там спрашивать, ну что-то зайдет нормальными персонажами. Может быть в ОК в ЗС сходим, если 25 людей наберется. И слева справа трэш переведите, чтобы весь пачка, всю пачку заливать. У Казика тоже КД? Да. А есть перс второй? Нет, он с одним чаром. Херо. Сейчас трэш почистим, наверное, и пойдем куда-нибудь еще. Не могу найти. Поезд спутников Дарио плюс дает. Ты меня сегодня из сфера выпустит, нет? Да, тут всегда так. Если агро набрал. Мобов напулили на тебя. Ой, что-то какая-то странная херня. А почему мы сюда пришли? Ну, токены повыбивать. Что-нибудь потерять? А ты с какой гильдии? Овервайпер. Моралист. А смотри, есть... Дарио, я плюсую тебе поезд спутник. А кто-то есть сейчас с Overwipe еще в гильдии? О, в рейде? Нет, 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 вообще никого, люди как будто умирают. И просто они с ГМХМ все выбили, поэтому... Или КД у них? Ну, у меня на основном персонаже КД. Как не... Да, Арио, да? Да, Арио, у меня взяли. А, дали уже пати. Просто в сумане смотри, я может просто не подойду. Да, не выдумывай, нормально. Потому что этот твинк и, ну как-то, полгода не играл. И самое главное, на кнопочке бабл, чтобы был там недалеко, и все, нормально будет. Там, по-моему, надо 56 мастерства, а у меня только 42. Так, что это у нас? 20 минут прошло. Что там никто не говорил, что опоздает, придет позже. Вот кто-то говорил, по-моему. Первый магик идет. Угу. Мы тут трэш пьем. А я сюда могу на Лока зайти? Мне просто в Сове ничего совершенно не нужно. Чё за Лок? Ну, нормальный одетый Лок. ДПС не маленький, Дестрик. Да. Так, чё это 20 тел, да? Вы в ДМ пошли в Геру? Да, да, да. Могу ДПС вам немного дать, залетаю на часок. Ну давай, залетаем. Ну, Санёк зашел. А этот Кирзайт тоже все, да? Или что, или КД у него? Кирзайт. А там, походу, у одной из трех гильдий вот КД, поэтому вот эти ребята, ну, да, наверное, не пошли. Че, Рогу? Рогу пришел. А все, больше никто не пришел. Ставьте шкаф. Где Дозен?
Не-не-не, дозен... Дозен? Он нас тут в прошлый раз клал. Сейчас опять тот же самый. Можешь позвать Щеткин кого-нибудь. Те, кто там я с КД... Кинул. Те, кто там с КД, я думаю, вы с игры не офнитесь. Не уйдете от компьютера. Не, зачем смотреть? А этот хирургии чё, Рога, не пойдет? Пойдет, я ж кинул ему. Он в рейде. Ну, насчет 20, не знаю, но товара. Побольше еще пару тел. Хотелось бы. Ну, я в гильдию все триаду отписал. Канал, посмотрим, кто ответит еще. Так вот, шустренькая. А кто у нас хант остался, все. Так, Бурлакос пока что в хила. Прыгай. А у вас 3 танка. 4. Кто четвертый? Первый патч. Дота. Раз, танка прыгнул. Блин. Я вообще не хочу за танка играть, если честно. Что поделать надо? Я в целка в хейме буду ДД рубиться. Ну, все, кто мог, как видимо, из триады все здесь. Да, у нас сегодня нету людей, как и всегда. Алло, алло. Чё, еще парочку не наскребем нигде? Чё у нас там? Ух ты, меня включили. Благодарствую. Меня выпустили с этого плена. Найн Сурас пришла. Нет, это Грут. Че? Найн Сурас, говорю, пришел, сейчас даем черкану. Ну, кстати, да. Но я не мог Дозана не позвать. Ну-ка, да. Ты Дозана позвал? Нет, нет, я не буду. Я думал, ты тролль. Тролль. А зачем нам 4 танка-то здесь, если честно? Три на босса, один на трэш. Да, по-нормальному 3, Сергей, а не как в прошлый раз вдвоем, когда непонятно, чего клался. Там Витя был неправ. Да не, могут и в 2 танка танчить. Мы в 2, да, танчили. Кто с вас затанчит? Дота с кем затанчишь? Мы с Мариком танчили, а Медведь у нас трэш собирал. Короче, но... этот, у меня ДДС-чека нету. Пал, у меня тоже нет. Пал твинг. Я думаю, втроем потанчим. Марик на трэше побудет. Может, он по скиллованию. А мы втроем почилим на боссе. Еще пару тел надо. Что там есть, кто зайдет? Ну, у призвана с канцелятором. Ой, со святосом КД. Канцелятор не отвечает. Да я про эти три гильдии. Может, там у кого-то есть не какие-то. Не знаю, там хотя бы 10к ДПС. Чё, кстати, да, Рав. Чё, Инсурус молчит? Инсурус? Не, у него КД. У него КД, да. Ну все, остальных КД, да. Чё, не хотим брать, да, этого Дозана? Да не, это тут. Ну если трезво, почему нет? Мне кажется, нормально сыграть, если трезво. Часто я рано, думаю, что он не трезвый. Тогда было поздно. Как всегда. Ну, блин, да, вообще-то все это. Не-не-не, я сказал, я не возьму на себя как подпись. Не, он вот делает, Толгород, пусть делает. Он лишний раз нафиг. Не это. Как там говорят про зло? А, не буди лихо, о. Лучезара, ты чё, это вайп? Чё, она зайдёт, нет? Холик, по-моему, холиплист.
Ладно, короче, какие еще есть предложения ТТГ? Не знаю. Так-то тоже можно а закрыть. Что, не закроем? Так-то тоже можно закрыть, если все идеально все знают там. Ну, давай попробуем, чего, что получится, не получится. Там будем думать. Не? Сейчас посмотрим, может что-то подойдет еще. Так, нет, я бы, кстати, метки... ТТГ бы тоже заходил. Метки, по-моему, тут это... Как он называется? Тоже 90 секунд, да? Как в обычке сделали. Если я не ошибаюсь. Вот этого я не помню. Тут, тут подожди, тут один нет, раз. Здесь один раз нажимаем. Да, по-моему, один раз здесь. Вот только я убивал. Не, я не про один раз, я про то, что когда ты нажмешь... Баф, который после нажимания вешается на сколько? 2 минуты. Ну, на, это надо, в обычке надо будет... точно, а здесь он сколько? Ты не помнишь, мы ходили в начале недели? А я не был. А надо подвигать, когда на кубок. Да, не, ну один фиг нам всем все объяснять, да. Тебе сказали, ты там сидишь на стуле? Сидишь. Заходите сюда. Я... Тут рыба стоит. А, ну, я, если что, на кубах особо не стоял, так что... Будешь стоять сейчас. Я тоже особо не так. Буду танчить. Будешь танчить. Я тоже трэш не танчил, буду танчить. Я особо ничего не лутал отсюда. Буду лутать, да? А что мне делать? Я вообще ниоткуда ничего не лутаю, поэтому... Так, вот сколько тут? Пуляйте ближних дальнего гриппа. Слава, ты не забывай, что там КД потом... Паладин, а можно кулак на Хантана без Кнайта, пожалуйста? Над вашей головой стоит метка, которая соответствует 3D-метке на полу возле куба. После первого нажатия кубов я переставлю метки на других людей. Так здесь же, по-моему, те же самые могут нажимать второй. Ну сейчас проверим. Там минута будет времени. Ну, в принципе, можно проверить. Чё, плюс-минус один вайп, там-то какая разница, да? Если они сейчас просто добав полутают и скажут. Да, но мне кажется, что в том, когда мы ходили, по-моему, тут никакого... Уважаемый литр пива, надеюсь, у него есть полипал, да? А то мы 3 хила будем. Она есть. Она. Ну вот, ей надо будет потом полипал аспектнуть и успеть. Ну, минута остается. Да мы навряд ли забьем до сброса. Да не, не успеем. Вообще, да, я хилопатии закинул. Как хила. Чтобы вот эти мобы не появлялись бесконечно, надо убить чуротворца. Вот. Вот, например, черепок чуротворец, он-то живой до сих пор. Ну, теперь вот этих убить. Еще есть 35 секунд. Литр пива надо, наверное, в литр ликера переименоваться. Так, а что трэш я ловлю, а дальше просто? Спекайся литр пива. Марик, ты ловишь трэш. Угу. Ты вообще был тут? Да, но только я трэш не ловил. Ну, теперь будешь ловить два разбойника. Или дайте литр пива. Дракон. И этот... На боссе первый я, второй дота, третий паладин. Значит, когда выходит трэш, демоны или эти... Бесы, разбойники, идете напуливать на Марика. Когда выходят скелеты, два ханта прям с пула начинаете поднимать. Все зависли? Зависли? Да. Да, ладно. Подвисли немножко. Ничего страшного. Дайте, кстати, герои. Когда нет, печать... Смартдаун, ты на смысл, потом придешь. Когда печать Мактеридона вешается на людей, стопайте этот, как он называется... каст свой, чтобы не проебать полман. Я забыл, как каст называется, я что-то его проморгал, блин. Печать Мактеридона. Вот когда на босса смотришь... Нет, не про то говоришь. Вспышка скверна. Да, Рио, забери босса.
Дикон ресы доту. Не трогай, босс, с чем ты его забрал? Что ты делаешь? Кто? Отойди. Вспышка 6 секунд. Дота, приготовься. Нажимай таунт. Дота, ты тут? Я же забрал. Смотри. Кубы встали. Нажимаем. Нажимаем кубы. Треугольник. Все, отпускайте. Дота, смотри. Ты должен нажимать таунт. Дарио, забери босса сейчас. Быстро. Вы должны нажимать таунт не после того, как танк сдох, а в момент, когда босс кастует этот каст, сокрушающий удар. Он кастуется одну секунду. Полоска над боссом есть. Вот как я сейчас спала забрал, вот так вот должны делать. Все по трэшу играем. Что-то на пул там пошел, похоже. Собирать будут трэш? Не. Собираю, но... Не, падайте. Это какая-то хуйня. Там у Вара не хватит скилла собрать это. Это надо, блять, я не знаю. Да Вары плохие же напульщики, не? Нет, дело не в напульщиках, он неопытный. Он неопытный. Не заходить на кого, если нужно помощь. Ну надо потратить по-любому пару раз. Ты вообще куда делся? Тебя, блять, целка ждали тут. Кого, меня? Да, блядь, тебя, ты говорил, я, блядь, приду на вечерний. Да я сказал, что будет, у меня, блин, мегафон обсоса, блин. Ты сейчас будешь или нет? Буду, давай, я... Ну так мы на леди из-за этого не пошли. А-а-а, вот... Да, мне, блин... Марик, у тебя что, почему скелеты у тебя как сквозь дырявый дуршлаг просочились? Без понятия, почему так произошло. Ну видишь, у тебя просто опыта нету, тонкования. Я сейчас трех поймал, остальные побежали по рейду. Их 4 всего. Там они когда выходят вот эти мобы, плюсуйте обратно все, кто там есть, кто с КД, с ГМХ был, полетели. Все, отменяется? Ну да. Ладно, я тогда пойду. Плюсуйте обратно. Кто там целка? Вадикон, у тебя на это, на прикашеньке разве не было? Да я спать пойду, ты че, у меня время, первый час ночи. Давайте, спокойной ночи. Давай. Там смотри, Марик, вот так тебе на словах по-простому. Выходит скелет с портала, ты ему удар наносишь и бегаешь туда-сюда. У него еще такая фигня есть, что он идет в центр комнаты. Вот чтобы он в центр комнаты не шел, есть несколько способов его остановить. Либо таунт и набирать агро на нем. То есть бьешь там. Если это не помогает, то даешь рывок в него. То есть разгоняешься, этот рывок даешь, отходишь там. Либо перехват. Либо у тебя есть стан оглушающий удар, либо есть ударная волна. Вот эти четыре способа у тебя на четырех скелетов. Все четыре стана ты дал и набираешь на них агро. И все они стоят прям там возле портала. А в итоге они пришли в центр комнаты, что не должно было быть. Так, а что-то на самом думал от стола. Там выходили в этот. В ГМХМ у них КД было, они выходили. С рейда. Я понял. Ты не СЛК, что ли, этим? Да. ГМХМ. ГМХМ неинтересный рейд. Там ничего не падает интересного. Сейчас выйдем ЦЛК, там убьем леди и улучшим свое чувство собственной важности. ГМХМ бесполезно, да? Ну да, бесполезно, конечно. Для лохов. Туда только лохи ходят. Так, а можно я это запишу тогда тебе? Мне нужен злебучий токен с ГМХМ. Нет, ты же не лох, ты чё, угораешь что ли? Давай, Слава, ещё раз покажу. Мне говорят, ну бля, Мишка, это же не мейн, пошёл на. Туда только отбросы ходят. Кто куда? Это есть вот сувервайпа сейчас кто-то в рейде? Слава, куда это самый бесполезный? Я тебя мутану сейчас. Сувервайпов сейчас есть кто-то в рейде? Кроме Мирлисы. Вот на те ассиста там, если... Там вообще люди поофались или как? Дайте инфу. Ждать их не ждать. Да, почти никого нету. Поофались просто, увидели ГМХМ и вышли, да? Да, их не было. Не, я не про... Ты не про тех, которых не было, а про тех, которых было КД на ГМХМ. Они здесь?
А я даже не знаю, у кого было, когда есть честно. Мы просто в роднобой ходим, кто куда ходит. Ладно, понятно. Был Дед Мороз, так шустренько зашла. Ну, шустренько Деда это... нет. Шустренько это павший легион. Деда, Лучезары, друида, вот этого, которого хил. Или их нет. Лучезара он пишет в этом, в Дискорде. Но в игре их нет. Так, я в Некроне отойду на 2 минуты. Аж был такой ник придуман за булдыга. Хантов нас создавали, блядь. Ты пойдешь на леди? У меня нету никого туда идти. Маг у тебя есть. Давай. Сколько тут? 15 тысяч давал, нормально. Не давал я 15 тысяч, давал 10. Блядь. Я поэтому и поменялся с Раистом, что его там переделывать надо. Я даже не знаю, что там делать на нем теперь. Я полгода не играю. Главное, были всякие заломанычи и поуфались куда-то. Я буду играть ночью. Я буду круглые сутки играть. По итоге офнулся. У меня тоже вопрос по магу. Почему такой плохой класс стал? Плохой? Что не так во мне? Ну-ка. Ну, он неплохой. Неплохой, да? Надо понимать. А что не так? Что на нем делать? Не знаю. В смысле, реворк какой-то был или что? Да, ну там аркану, там обоссали, это понятно. Да, ну типа фроста сделали крутых, потом тоже фростов тоже опустили. Тоже ну так все. Что-то можно поделить немножко. Ну это этот, как он называется, X-Temp, это собака сутулая, он же этот... Фростов не опустили. Всякую парашюту там изобретает. Там что-то связано. Фростов опустили тоже, блин. Он хотя бы, конечно, посильнее стал, чем Аркан. Так, я надеюсь, в ДД пойду. Было лучше. Надейся. Люби и верь. Дед Мороза поищите там, или вот как он, ну, я вообще не понимаю логики людей. Шамайский ушли, обиделись какой-то. Или а, как? Нет, его. Ну, вообще жесть. Так успеха не добиться. Ну, пишите в Дисе, я не знаю, что. Он из Диса вышел или как? Он откуда? Дед Мороз у Вервайпов, правильно? Есть это контакты какие-то? Видели ГМХ, мовнули. Сегодня будет больше ничего, да? Или как? Обиделся, пойду офнусь, да? Я вообще в шоке с таких людей. Кому прогресс надо? Че, есть кто-то? Ну, чтоб за, кто-то зайдет там. Три тела. Нет, у нас нет стрелы. Да нет, мы все пришли. Все, к сожалению, все. Они все у нас в Дискорде сидят, да? Ну, кто? Добавлены они к нам. Да я не знаю, но я не отслеживаю. Вроде не все. Там у двух гильдий есть, кто может добавлять. У овервайпов не знаю. Вот если... За триаду я могу сказать, за триаду все, кто есть, все добавлены в Дискорде. И у всех роли новички стоят. Я ушел это уже, сказать, все. Это я говорю именно за триаду. Не, я написал своим. Мы сейчас стоим на леди с 2D5, люди пошли своими делами заниматься. А если бы мы пришли леди траить, вы бы тоже пошли своими делами заниматься? Как понять-то? Может тогда с нового КД начать? Или как? Ну как так?
А это, скажи, пожалуйста, а что в Амите не так было? Чего? Амите, о чем тебя не устроило? А где он призы ходит? Как не устроил? Да там... Ты там... идёт тогда эта девушка. Там... Ты сказал, что маленький ДПС был, но, блин, понимаешь, это два босса, которые ей надо постоянно двигаться. Я в курсе. Я посмотрел видео, там на шипы кидали часто. Плюс босс далеко ездил. Ну, по такой тактике тяжело бегать туда-сюда, дамаг давать. Ну, мне там уже те, кто с ней играют, скидывали ДПС, на сурке там что-то было. Ой, на тухлом. 20. 21 или 20, я не помню. Да, танк всегда для ДКшника. Да. Просто вот эти два дурацких босса, которые постоянно движение, постоянно ады. И вот тут она теряет ДПС. Она зайдет, нет? Прохил. Что? Кто сейчас у нас второй хил? Ой, танк, господи, второй танк, ебать. Колотить. Вон там тот, кто танчит, не хочет, прячется. Вон, видишь, я на него смотрю. Тебя бы что найти бы. Самый прикол в чем? В том, что ну, с моей гильдии что это я тут получается. И Гоша, и Мурлокос, и Шура. Это что, получается? 4 человека. И все. Посмотри, Кирсоли. Это представь усилиями 4. Это насколько онлайн упал на сервере? Усилиями 4 гильдий может собраться рейд. Ну это видишь, наверное, конец КД. Все уже подумали, да. Все уже КД повешены. Ну, просто сам и смотрит. А Митя зайдет сейчас, она только твинка смотр разролит и зайдет на Митя. И то, Слав, смотри, не у всех есть второй твин, который плюс-минус более одетый. У нас тоже в гильдии, что там пальцы можно прочитать. У кого твины есть. Да там человек 5 обещались. Заломаныч. Самое обидное, я типа специально сделал, сделали так, чтобы отдельные аккаунты были с твинами, чтобы можно было их дать и чтобы кто-то играл, но их никто не использует. Ты им предлагаешь такой, могу дать хапала, могу дать мага. Не, спасибо. Ну, блядь. Как ты тут такого додумался? Да. Если и, бы ничь, бы и гриба не нету еще, гриб же... Должен быть выходной сегодня, или он что, просто почилить тоже решил? Гриб с... Дед Мороза брать? Конечно, брать. Потому что контроля я не вижу в рейде. Кроме шустренько. Хилы, танки, все надо. Так, кто ты говоришь? Мороз. Вот Мороз с этим ДКшником. А Митя будет еще. А Митя будет. Так, я один слот. Надо найти кого-то. Ну и желательно, я бы хотел хила посильнее вместо Дибикса, ведь, ну пока с ним побьем. Да и вообще сову какую-то бы. Вот который вчера был Элия. Дрыт Элия. Сергей. Если сервис будет, то тогда нормально. Элия, она зашла на Лока, а потом она пропала. Не тот. Элия Лока нету. Не это тот, или ты про другого говоришь. А, другого? Зашел. Ты вообще слышь, не короче, понимаешь. Коляски не будет, походу. Кого? Ты свалил. Коляски. Ну, так понятно, я вижу, что просто свалили люди. Видишь, от обычки целка устают как. Так, ну это через 15, он сказал, что это 5 минут назад, да? А, это шустренько я заходил, точно. Так, а Митя единственный ретрик будет.
А кориз, кори, как там, пал другой был? Есть пал тут? Или все с концами? У нее опять же проблемы сегодня с пингом, я не знаю почему. Понятно. Она говорит, что сама не знает, почему на Сирусе именно так. Ладно. Потому что Сирус с помбойка не оптимизированная, вот и вся. Сирус, да. Ну, именно пинг прям под 3000 у нее почему-то. У нас сегодня тоже пролагало где-то. Тут куда больше реально прям пролагало. Бля, так я у нас в прошлый раз, когда мы леди били, у нас тоже призы были ёбнутые. Только что, блядь, я начал релогаться, сука, уже 5 минут сижу, блядь, не могу зайти на сервер. Это уже давно, кстати, идет. Я вот не знаю, из-за чего это. Такое слухи, то, что они этот же провайдера поменяли. Да-да-да. Вот, поэтому поменяли. В Южной Америке, что ли, сидит он, блин, там, в джунглях? К сожалению, это в Москве. Раньше же сервер во Франции стоял, потом... Началась вот эта война, переставили в Москву, потом что-то поменялось. Подожди, он не в Москве, он уже в Нидерландах. Уже в Нидерландах? Бля. Это, скорее всего, не провайдер, это, скорее всего, это как его, VPN, чтобы им это, да, сервера, чтобы их это, Близзарды не могли за яйца трогать. Потому что там был, помню, этот, ругались Близзин с этими, с Сирусами, Вов Пандой и Дыркулем за то, что те якобы юзают контент, ну, чужой, как бы, нарушают правообладание. Почему якобы? Ну, потому что, типа, там это же, получается, Вовка, это же близовская, как бы, фигня, а Сирусы... Патч на духов же... поставлю, пока все тоже себе поставьте. Чего? Ну, типа, Сирус немножко переделали, и Вов Панда тоже немножко переделала, а вот эти, как они, Циркуль, типа, не сильно это отошел от этого. Да, легко на толок был. Ну, бинты-то никто не отменил. Бинты-то... А прикиньте, на Варе просто поехать по всем порталам, проехаться, накопить 100 стаков и тупо Варику захилить один парочка битов. Надо затестить, короче. Да, особенно про товары возьми, бля. Да. Чтоб стаки сильно не ебали. А, про товар за доллар ты сразу берешь там себе и с одной этой. Да, прожалуй я и все, и похуй тебе. Да. А кто такой вишневый пудинг, Глобрип и Феанурмская? Они вообще играют? Или их можно позвать, или ничего, они там снят в DC? Ладно, пойду сгоняю, позову их. Есть кто-то? Ну, кто-то есть. Ну вот, надо на леди заходить. Не хватает пару слотов. Есть кто-то? На леди какой-то ДД. РДД. Ну, я бы с удовольствием, блядь. Ну, нет. Что? А что такое? Да, уже. Поздно или что? Ну да, завтра в 6 часов вставать опять на работу. Сейчас минут 20 и спать пойду. Ну ты чё, какое время от Москвы? Плюс 4. А, ну печально совсем. Печально. А остальные кто тут? Феанор, Ору. Я сегодня пас. Еще дела. Я писал об этом днем. А ты был вчера? Нет. А вишневый пудинг? Я не играю во. А, я понял. Печально. Ладно. Красные стоят и все, там чуть-чуть там скорости добил, чисто там пару желтых и все. Мардаун, ты как? Ну нормально, ты пьяный, ты или да, трезвый? Нет, я трезвый. Что ты мне в ПМ выпьешь? О, это... ну-ка, это самое. Давай, заходи, ДКшником подамажешь. Я не пойду. Ну, ты спать будешь или что? Пес? Да я просто не хочу играть, я, блядь. Надо помочь закрыть леди. Зайди, помоги, если не впадут. Да, у меня ДКшник там не больше да. 7 тысяч даст. Не надо выдумывать. Я тебе серьезно говорю, я во Фроста переделался, а Фрост у меня очень плохо собран. И чё, блядь, спека потом второго нет, что ли? Переспекаться. Давай переспекайся. Потыкай хотя бы 15 тысяч, не знаю. Чё тебе, трудно, что ли? Да мне если обратно играть АДК, мне обратно перебиваться надо будет. У меня там сила вся хуйня. Типа, я там не дам ДПС. Димасик, потыкай палкой в леди. Я хочу в Warcraft играть, мужики. Хоть в одну девушку ты потыкаешь. Тихо, Гоша. Я могу кинуть аккаунт с арканом, магом, но, блядь, это аркан маг.
У меня есть аккаунт с варом, с шеймом. Ну, это вар с шеймом. Не, ну, одно дело, когда вар с шеймом, но с другое дело, когда опа, это маг трэш появляется, бичевый. Ну, как бичевый? Там, в принципе, нормально одет, но арканы не дамажат, поэтому, блядь, хуёво. Бьём молфа. О, трэш респарнится. Не зря ждали. Все, душу на шейм фармим, да? Лучше. Боефарм. На володе. Скажи мне, маленькая пчелка, куда ты фармишь душу? На шейм, на выходе, на володе. Это нормально. Они 4 хила захилят или не быть? Или не быть в хиле. Я просто могу в сову там. Я просто могу в сову. А он хорош, знаете. Это что, вы просто мага такая? Шарики. Великие молодцы. Не в курсе, да, что к этому магу не подходит? Эх, вот если бы за каждый слаг тебя били бы током. То? То я был бы электро. Электрик. Нет, не человек-пука, а электро-пука. И эта песня. It's on again! It's on again! Да нет, просто я... Очень зря. Да просто я... Я уже начал. Это как его песня-то из «Невероятный человек-паук 2». Типа, абсолютно напряжение. А, поскольку напряжение там, это. Я не люблю все это супергеройское дерьмо. Я слишком стар для этого дерьма. Согласен, поэтому смотришь фильмы в X2, да? Что-что смотришь? Фильмы в X2, да, смотришь, поэтому? Не все же. Ты делал фильм «Старикам здесь не место»? Я смотрел фильм «Большой Лебовский». Это сериал. Донни, заткнись нахуй. Яички не ухают, яички. Этот ковер задавал стиль всей комнате. Кстати, у меня нет ковра, но это ковер. Вот именно. Потому что его обоссали. Да нет, мне просто его не дали. О, тут боешка был. Боешка был, да? Пиздишь. Отвечаю. Это не боешка, это параша. Вот знаешь, до реворка, с ним мечом бегал, знаешь, куда бегал? Пикашники, у меня лютые цифры выдавали. Че там, рейс не раздуплился? Вирус. Крови кипит, как вирус. Да, поэтому надо патчи взять, выключить игру, почистить кэш и удалить его нахрен. Почисти кэш, релогнись и засунь. А самое главное, удалить персонажа вообще нафиг, да? Да, тоже. Каким-то я на экстепа все заявлю, когда расскажу, я вас... Сейчас там, не знаю, просто поимею, там просто вас забедять перестанет. Чарджу варов, блин, пересос текстуры будет. Вроде 15 минут прошло, что он там зайдет? Нет.
Не знаю, что-то не могу выполнить. Тут. О, нашел. Меч ценю здесь. Вот здесь моби валяются возле меня. Минуты. Ну, ладно. Так. Боешка пишет. Где? Да, это боешка. Зеленка, что ли? Просто зеленка, ее все ДКшники в бисе носят. Уже никто ее не носит. Успокойся. Так. Глукоз. Ты тут? Глукоз. Да, да, я тут. Кнопку тяжело нажимать. Ё-моё, гирю поставь на неё. Да я, блядь, её потерял. Нажимай на телефоне, но убегаю. Котерова дал, зайду на андроида. Во. Рома сказал, заходит уже. Угу. Хорош. Так, Зандалар, Эридар, Ратрули. Патч на духа все поставили? Герасси, Хан. А Хан донатный или нет? Че, да, ты, а ты как думаешь, если я ЦВК 25 хм не закрывал? А, ты не закрывал, я нет. Понял. Ты просто там, нет. Там скучно было, туда не захотел ходить. Слав, Слав, у тебя есть 1100? Чего? Есть 1100 в долг на всю, жизнь, пожалуйста? Рублей, что ли? Нет, копеек. Ну, конечно, рублей. Нет. Я займу хватит, на до конца своей жизни. Давай, патч. Ты ну, чё за патч на духов? Чтобы у тебя духи такие были в виде зелёной такой амёбы. И ты их видел за километр. Значит... И как его поставить? Где он? Как называется? В Дискорде откройте канал «Гостиная». Видите такой канал? Открыли? Ну, гостиная. Видно, да? Отвечу сразу всем на вопрос, почему я в БМе. Потому что на тот момент головы не было. Поэтому голова появилась недели через 3 позже, как я уже взял Т5, 4. Вот, я в мае буду пересаживаться на ММ. У меня все есть, кроме головы. Я, конечно, все понял. Но кто там без патча? Вы нашли гостиную в Дискорде, такой текстовый канал? Ну-ну-ну, скачали. Скачали. Вот этот файл надо скопировать или вырезать. Лучше скопировать и вставить. В папке игры есть папка дата. В этой папке есть папка ru-ru. Вот в эту папку надо положить этот файл. Но перед этим надо выйти с игры и закрыть лаунчер. И заходить в игру после этого, как туда скопируете файл, надо через run.exe. Этот run.exe ярлычок. С золотистой буквой В, с W, находится в папке с игрой. Если этого не сделать, то вы будете хлопать духов по КД, и этого босса никогда не убьете. Ну, захожу. Это... А лука нету, я так понял. Ладно, полечу сам. Значит... Мороз с дотой. Ну, вы два танка на леди, соответственно. Марик, ты... Ты на трэше. Просто закинуть под папку ру-ру, где все патчи?
Не под, да. А в папку Руру. Открыть папку Руру и туда положить. Паровозик только смотри, если ты завтра зайдешь через ваунчер, имея в виду, у тебя собьются настройки. Каждый раз, когда вы обновляете игру ваунчером, этот патч удаляется. Он делает духов зелеными. Они бросаются в глаза, они покрупнее, их видно. Странно, духи бросаются в глаза. Должны бросаться на персонажей. Окей. Надеюсь, у меня КД тут нету. Нету. Через что сейчас должен зайти-то? В игру. В папке с игрой есть такой кругляшок, называется рун Ексе. Это ярлык, который запускает игру. У меня есть просто рун. Через вот. Него ну да. Да, там просто у тебя в какой-то операционной системе не указывается, что Ексе расширение такое. И это называется расширение приложения. Вот рун этот нажми два раза, зайдет в игру. Андрей. Да. Там набирают в гильдию с 19 левела. Гильдия называется «За Орду Жизнь». Новичков, не хочешь пойти к ним? Еще одну гильдию прокачать. Набираем в гильдии 19 левела любых левелов и новичков. Ну это по твоей части, Марк. «За Орду Жизнь». Самый прикол, были локи и исчезли. Дважды да. Было. Блеф посильнее на локи, конечно. Ой, на ДК, конечно. Да, как говорил мой дед, я твой дед. Что там, радист раздуплится сегодня, нет? Что вообще долго? Ну, кажется, что-то все вообще залагало. Это Сирус, дед. Как говорил мой дед, я твою бабку валял. Как говорил мой дед, я твой дед. Нет, ты не мой дед. Нет, мой дед говорил, я твой дед. Это не мой дед. Ваш диалог зайдет в тупик, в конце концов, в любом случае. Ну так говорил, я же говорю. Ну ты мой дед? Ну ты не мой дед. Он говорил, я твой дед. Нет, нет, не мой дед. Так, вроде пустило. Пустило? Хорошо, когда пустило. Еще лучше, знаешь, когда отпустила. Знаешь, напоминает, тогда это жена такая, я тебя не отпущу. И ты такой, ребят, там это, жена грузится. Там, если что, кто-то даст фласку масла. А что так, у тебя? Ребят, знаете, я пошел в Долоран, походу. Масло с флаской? Я просто... Какой Долоран, зачем? Там Равис просто идет без фласки, без масла. Смотри, что выпало с Импоруса. Какая параша. На кота. Говорит, статы хорошие. Прям. Ну, такая пуха даже и ММУ подойдет. Ну, к сожалению, она три красных камня, во-первых, даже. А я-то думал, кто ее всю жизнь взял. Ты портануться можешь прилететь в ЦЛК? Или что, у тебя не загрузилось еще? Да, все лагает, что пиздец. Он ревет там, Хант. Не то, что плачет, он, наверное, рыдает там, я не знаю, в истерике. Че там, это тактику никто не забыл? Я хочу в ДД. Так, ну тебе придется танчить с Дедом Морозом в кружке. Дед Мороз первый на боссе будешь. Твои мобы в кружке, который центральный, и ближний к леди. Дота, твои мобы с лестницы, вот ромбик отсюда моб выходит. Знаешь, да, принцип как? Вот этот моб крайний твой, фанатик, в нем агро набираешь. Ай-яй-яй, блядь. Ты кто, сова что ли? Как нехорошо. Да, сова. Вот этого крайнего беру и центрального с лестницы? Да, вот этого крайнего берешь, фанатик тут. Самое главное на нем игру набрать. Если с лестницы выходит фанатик, то просто ЛПшками даешь.
Вот притяжку на него не тратишь. Потому что если будет кастовать взрыв, то взрыв можешь притяжкой сбить. Если будет идти приверженец оттуда, то сразу притяжку у него даешь. И когда дал притяжку, старайся его на максимальном ранже в него давать. Дал притяжку, он сразу начинает прям в воздухе кастовать. Собьешь ему каст. И тогда уже максимально подведешь вот сюда в кружок. Потому что если каст собиваешь, он около секунды-двух там не кастует и ходит за тобой. Понял, да, смысл? Да. Вот и после того, как фаза закончится, когда босс с щитом, на босса побежит Дед Мороз. Вот, и ты побежишь, там добьешь трэш. Трэш будет танчить Марик. Вот, и ты будешь вместе с ДКшником набирать на боссе агро. Максимально там всего усиления рунического оружия, всю эту парашу отдаешь и херачишь. Но самое главное, что не хлопать духов. Духи знали, да, что такое? Если их хлопать, то будут просто падать. Будем падать, пока дай как вчера. 3 часа подряд. Уже 2 осталось, конечно.